Уже ответить. Началось на Украине все революция, да? Кто-то называет переворот, но во всем мире это называют революция. Революция происходит тогда, когда народ недоволен своей властью. Вот, поэтому, когда власть совсем достала уже людей, да, когда власть почувствовала себя, в общем-то, хозяином, да, этой земли. То есть, на самом деле народ хозяин земли, да, а власть, как называется, слуги народа. Вот. В Конституции, по крайней мере, так написано. Поэтому то, что произошло в Украине, это как раз реакция народа на просто беспредел, который творился и в экономике, и в политике, и вообще в жизни страны. То есть клановость, семейственность, обогащение одних за счет других. Ну, это обычно называется коррупция вообще во всем мире. Поэтому то есть запредельная коррупция. И по-моему, Владимир Путин в самые острые моменты Майдана, он все ровно так и назвал, что коррупция была запредельная, поэтому эти господа и пострадали, так сказать, и вынуждены были бежать с своей родной земли. Вот. А обычно бегут люди в таких ситуациях, да, то есть из родного дома бегут, когда знают, что виноваты в чем-то. Если бы они чувствовали свою правоту в чем-то, они бы не бежали, они бы искали бы правды какой-то, может быть, в судах. Да, может быть, им пришлось бы посидеть где-нибудь, может быть, за стенках, но, в общем-то, их оппоненты тоже сидели какое-то время. Поэтому я думаю, что в этом мире все взаимосвязано. Так что просто Украина, народ Украины перестал это терпеть. Как бы, не нужно тут искать каких-то, там, я не знаю, каких-то заговоров. Конечно, есть люди, которые возглавили все это, но без этого не бывает. Потому что для того, чтобы победить такую силу, как коррупция, которая, причем огромную силу, да, то есть для этого нужно консолидировать народ. Поэтому я на эти вещи смотрю нормально. Это происходит во многих странах, развивающихся. Вот. Так что тут все однозначно. Если бы эта власть удовлетворяла, как бы, да, нужды народа, если бы эта власть работала не на себя, а на народ, на благо Украины, ничего бы не произошло. Это просто все как дважды два. Никто, никакой народ в этом мире не будет убирать власть, которая служит народу, да, которая нравится людям. Вот, поэтому вот весь ответ, мне кажется. Хорошо. И маленький вопрос. Да, полево. Убрали старую, пришла новая власть. Вот новая власть есть благо для Украины, на ваш взгляд? Ну, то есть как вы воспринимаете ее? Происходящее вот сейчас, да, вот... Те люди, которые пришли сейчас к власти на Украине, они действительно, они приведут ее к чему-то хорошему, к чему-то светлому? Ну,